знать, в принципе, я за то, что сделали это продвижение. Вот. Но единственное, мне кажется, что светофоры некоторые стоят не там, где нужно. Либо они слишком быстро переключаются. Не отрицательно, время увеличилось для нас. Мы дольше стали ездить. Остановки на блокадке нет. Люди просят постоянно остановить. Поэтому мне не нравится. Хорошо условия. Вот не успеем народа таскать, народ на нас орет. Изумруд хотят. Значительно, минут на 15 мы дольше начали ездить. Хорошо. Ну, односторонним плохо стал. Для чего? Для нас. Пробка там. Раньше так пробки не было. Сейчас пробка. Пробки? Ну, они не сильно большие такие, но тем не менее, затрудняют движение. Автобусов много пошло по одной улице. И поэтому мы туда-сюда перестраиваешься от остановки к остановке. Тяжелее ездить стало. Как сказать? В принципе, пробок меньше стало. Ну, именно... Хотя 12 часов, 6 часов, пробки такие же остались. Ну, многие люди еще путаются. Вчера ездили, допустим, там, в центре, да? Пару машин просто не знаю того, что подняли движение на встречку. Вот еще один светофор мне не нравится, который стоит на Мордовцево. На перекрестке на Мордовцево. Там стрелочка это непонятная. Она горит всего 2 секунды. Поэтому пускай они попроще сделают. Наоборот же хуже стало.